Всем привет, ребятушки, доброе утро, доброе дня, доброе вечер, приветствую на канале LGOMPLAY. Мы продолжаем проходить игры Dread. Хотел сказать Dead Redemption 2, совсем заговорился, Metroid Dread, конечно же. В общем, я полетел назад на... Как он, господи, Дайрон. Ну и, короче говоря, нифига я там не смог ничего сделать. То есть, соответственно, что-то все-таки мне надо найти либо в Катарисе, да, поизучать. Либо мне нужно лететь в Артарию. Смотрите, здесь вот есть секция вот такая, она мигает. Это секретик. Мне его где-то надо найти, раскрыть этот секретик. Так. Иди в баню, 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 баню. Так, секретик, секретик. А, ну точно, я тут не был. Смотрите-ка. Мам, 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 мам. Ой. Ой, пука-мука. Вот это ты дал мне жару-дару. Фу, я его мочканул. И чё? И чё я его мочканул? Так. Ради чего? Нету, смотрите, тут показывают, что что-то ещё есть. Какой-то секрет. Так, ну что, зря что ли здесь вот лезьте? Ну-ка. Хрена с два, да? А, прикольно она такая сделала, да? Да нет, она нифига тут не делает. Облом, ребятки. Так, где еще я лазил, но не долазил? Но вот тут, смотрите, еще можно все-таки сходить. Я там точно не полазил. Так, чтобы уж точно быть уверенным. Ну, давайте мы здесь поставим метку какую-нибудь, да? Так. Как у нас тут метки ставить-то? Ну ладно, не хочет. Мимо, 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 мимо. Так, 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 мне надо наверх. Вот сюда. Так. Ага. Мимо, мимо, мимо. О, это я не взял. Отдыхай. О, есть. Еще ракетки увеличили запасик. 39. Так, а вот там проход. А что, я же взял их только что. Чего они тут еще показываются? Зачем показываете вы их? Вот тут проход вверх. Так, значит, мне надо выше. Блин, ебану бог! Что за ерунда? Давай мне жизнь, жизнь давай! Не хочет жизнь давать. Так, тут-то куда у меня? А, там у меня к двери ведет, которую я тоже открыть не могу. Вот они заколебали тут, конечно, ребятки эти все. Так, вот, катимся. Или я тут был? Ну, плохо помню, честно скажу. Возможно, меня тут и не было. Ой, нифига себе, я сломал. О-о-о! Проход открыл какой-то я. Ай, блин! Твою ж налево! Да, тут что-то тут не катался я, походу. Была эта штука лазить тут уже. Так, и куда я качусь? Да блин, встань ты! Ай! Нет! Оба! Оба! Есть! Офигеть, ребятки, я тут точно не был. Вау!
А, я дверь открыл. Ага, теперь я понял, где я нахожусь. Окей, Google. Мама, 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 мама. А, главное, туда не идет. Так. А вон, смотрите, показывает, что там тоже какой-то есть секрет. Ну, потому что мне как-то вот сюда можно вниз спуститься. Ну как? Ой. А, это метка? Ха. Доступные метки. Давайте красным сделаем. Ой, на... Подожди, ё-моё, вот здесь вот. Сделаем желтым, так как виднее будет. А, вон, я там даже вижу какая-то штука. Я ее даже вижу, вон, ребятки. Ай, ебона, бога, да, боже, да, бля. Вон, видали? Ну, как-то вниз попасть-то туда, а? Блин. Так, давайте еще раз попробуем. Ага. Ну, так-то фигушки-трыгушки тут. Видимо, что-то как-то надо будет потом. Не вижу я пока возможности. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я сейчас там в лаву-то сразу и упаду. А, нет. В лаву бы я не упал. Так. О, блин! Зато здесь упал. Ёпана бог. Ай! Б-б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 
трить колотить. А, нет, нифига. И? Нифига себе, и чё тут облом? Странно. Ну тут тоже что-то где-то как-то возможно, но непонятно. Так. Ну и ладно. Шоколадно. Так. А я нафига сюда идти мне? Не понял. Мимо. Так. Я могу еще вот сюда сходить. Ёпо на бог. Ха-ха-ха. Не удалось тебе меня мочкануть. О, блин, а тут облом. Тут мне нужно усилитель костюма, чтоб плавал, пройти. Давайте тут тоже желтый сделаем. Так, что тут еще неподалеку есть такое, чтобы... Так, ну тут вот еще есть... В принципе, вот тут, смотрите... можно красный фиолетовый такой сделать, что-то мигает. Тут еще я не походил. Ну ладно, я там вроде ходил, но тогда там помер. Так. Че, мы туда побежим? Не побежим тогда. В принципе-то надо пройти все. Полазить, да? Да, я думаю, надо все про... Блин. Офигели, что ли? Так. У-ху! Иди в баню, иди в баню, иди в баню, 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 баню.
Мама. Так, где я, где я? Так, мне надо вот сюда куда-то, ага. Так, а этот-то где? Это тоже где-то там показан. Так, сохраниться. Давайте сохранимся. Ну, давайте сегодня в Катарисе тогда побегаем. Попытаемся Катарис поизучать. По возможности тогда. Вот, тут видите, какая-то... Ой, что такое? Не засасывал, смотрите. Не хочет. Видите, что-то как будто надо что-то... Какую-то силу, которой у меня нету. Блин, прям сердце меня ужали. Иди в баню. Так. А тут что-то дверь какая-то закрыта. Умер. Ага, тут закрыта дверь. Пу-пу-ру-пу-пу. Так, ну вот здесь я пройду, да. Умри. О! Есть, еще увеличил. Отлично. А где это я сейчас? А, ну вот видите, я проход открыл. Проходик открыл, хорошо. Так, это что такое? Облом тебе. Так, теперь вот надо нам вот сюда подняться выше. А, я не могу, у меня какой-то этот, видите, тут этот приблуда не хватает, да? Так. И тут закрыто, видите как? Тут закрыта эта штука, она... В принципе, не дает мне пока возможности ничего сделать. Так. А если мы вниз пойдем? Угу, вот сюда, да. У-у-у. Так, ну тут я запустил, да. Все, пучком-с. От винта. Так, вот тут где-то должен быть секрет. Еще понять, где он тут. Мигает-то ниже, ребят. Да какого хрена тут творится? Я что, спустился вниз и все, что ли? Бред какой, а? Поехали куда-то. А я тут не был. Да, я вот открыл, видите, новую эту. Ага. Ай, блин! Мне хана. А, или я тут был? Тут, по-моему, эти ракеты. Так, ну хана, что теперь делать-то? Так, посмотрим сейчас. Батики, и топать-то как далеко. Да. Здесь. Ну, в принципе, как далеко. Относительно все тут далеко-то. Тут
принципе, раз-раз и все. Не, ну все равно надо нам изучать эту, как бы... Артарис этот. Можно просто быстренько пробежать и все. И... Пусть они весь мир подождет, как говорится. Ну-ка, все. Баденьки и бама, все их. Так, а тут вот надо аккуратно. Не, ну такой вариант меня вообще не устраивает. Да ёбана бог! А-а-а, я жив остался. Ой, блин, о! Да, я тут был, тут эти, я же говорил. Да ебана бог! Зараза ты такая. Не пойду за этими ракетами. Ну и в баню. Так, пойдем дальше, короче, тогда. Так, тут я понял, тут ракеты, тут... Что-то тут такое. Давайте сюда пойдем. Обидно, блин, а. Вроде все чики-пуки, а... Местами вот не получается. В баню иди. И ты в баню. Я просто зайду сюда, чтобы она как бы открылась. Чтобы я видел, что я тут бывал. Опа, вот, видите? Еще одна территория. О, секрет. Угу. Тут я не помню, чтоб я бывал. Die Hard. А. Ну вот я прошел. Ну тут как бы лава внизу, там, так что как бы в принципе мне особо делать нечего. Так, пойдем вниз. А, ну тут я знаю, да. Эту тему я знаю. Тут тоже какое-то электричество, и тут тоже дверь не открыть мне. Так, тут я походу бывал или нет? А, ну тут просто проход. Ну это неинтересно. Там, кстати, вон, смотрите, какое-то существо, вон, видите? Как будто какие-то роботы там или еще чего-то. Так, ладушки, ладушки. Где были у бабушки? Хорошо. Так. И ну чё еще, где я не побывал в Катарисе-то? Так, вот тут что-то пока. А, или мы там были? Ну вот тут еще красные зоны. А, ну вот тут у меня, да? Так, ну пойдем. Пойдем туда сходим тогда. Есть, сломался. Не будешь надо мной издеваться. Да ты брось давай эту фигню. Я сейчас пройду же. Так. А. Я пошел, решил сходить вот сюда. Тут
какой-то секретик. И какой тут секретик? А никакого секрета тут нет. Опа. Никакого секрета тут нет. Колбаской по спаске прокатились. Так. Пойдемте наверх сходим. Ха-ха. Так, вот сюда я могу сходить. Мимо. Ах ты, бах ты. Ну, я тут даже не знаю, как допрыгивать. Там тоже какой-то тут... В общем, какая-то сила еще нужна. Да, с этим лучом, конечно, стал сильнее намного. Да, тут... Думаю, что тут закрыто, да. И здесь закрыто. Ну, в принципе, мне только вниз осталось тут катались и сходить. Больше я... Блин. Вот сюда. А я ж там был? Был, да, я помню, что я тут бывал. Но, видимо, я куда-то не сходил. Отдыхай. Отлично. А, да-да-да, тут этот босс какой-то, он кричит, но я его не мог найти в прошлый раз. Я что-то тогда тут лазил вроде. Так и не нашел его. Падла ты, а. Опа. Ой. Да, я тут тогда лазил, но я... Просто шикарный прыжок. Да блин, сейчас сдохнешь ведь. Да как так-то ятрить колотить, а? Блин. Вот это невезуха. Так, ребят, ну все, вот я прибежал к тому месту, где кричит чувак. Это, видимо, босс. Так, а тут что такое, кстати? А, вот сохранилка-то, елки-палки. А я понять не мог. Это же сохранилка. Точно, елки-палки. Тут рядом сохранилка была, а я все бегаю. Я все забываю, что здесь в этой игре, когда если ты не этот... Не сохранись, а то тебя потом убьют, и ты помер, короче. Так, пойдем. Видимо, до босса. Так. Отлично. Молодца. Шикарное начало. Ой. Сколько пука. Окей. Окей. Отлично. Иди в баню. Почему не дали проценты? Я уж тут знаю, что эти ребята тут. Просто-напросто.
О, я думал, я сейчас буду... Мне хана, я сейчас не попаду, но прыгнул вроде удачно. Блин, я все забываю, что штука здесь. На тебе нафиг, помри. Все. Так, и тут где-то я в прошлый раз тупил. Блин, а я-то вверх пошел. И кто тут? А, я видел этот ролик с ним. Как быстро его убивать, ребята. Точно, точно. У него тут пузика такая будет, пузика. Так, ну ладно, интересно даже посмотреть. Получится у меня его быстро убить или нет. Нестандартное какое-то убийство тут можно сделать, но, по-моему, у меня нет такой штуки, которая нужна, чтобы его быстро убить. Сейчас посмотрим. Да, нету. Тут вот так вот раз. А, или это потом? А, нет, это, видимо, потом, попозже, когда будет вторая стадия. У-у-у, ноготочки, ноготочки. Ты охренел, что ли? Иди свои... Пойди. Ногти-то стричь надо. А куда ему попадать-то, я понять не могу. Ну, задолбал он, а. Я вообще не понимаю, как его долбить. По-моему, ему в рожу надо стрелять. Ах, створюна. Задолбал. О, точно. Нажри металл. Но он меня уже загасит сейчас. Хотя тут есть жизни из этих его ядовитых. Но он недоволен, когда ему в рожу попадает. Давай, 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 живем пока. Хорошо, что мне ракеты дают. Есть! О, дошел до второй стадии. Повезло. Ха, вылазит. Вау. А вон и пупочек. Да, я видел, как там в ролике показали, что шарик как-то крутанулся быстро этот. В него попал, ему был кирдык. Да, вот он. Но у меня этой способности нет. Видите, да. Нужна какая-то способность. Да. Видимо, тут надо было мне дойти со способностью определенной. Но, видите, я до босса дошел до него раньше, чем получил какую-то способность. Так, ребятки, ну вот вы видели, я дошел до босса Крейда. Ну, там была приколюха, видите, которая меня засосала и выстрелила ему в пупочек. В принципе, я вот хочу его так убить. Но мне нужно где-то прокачаться, мне нужна какая-то прокачка. Я не знаю, честно, где вот телепорт красный. Так, а куда этот телепорт ведет? Дедер.
Так, куда-то телепорт идет. Катарис. Артария. Да, ребят, давайте в Артарию слетаем. Там еще посмотрим, что есть. Потому что, ну, в принципе, я здесь все посмотрел. Ну что, сегодня вот мы Катарис поискали. Первая встреча с боссом Крейдом. В принципе, неплохо получилось. Надеюсь, вам понравилось. Но в следующей серии мы с вами будем смотреть, изучать Артарию. Да, чтобы попытаться куда-нибудь дальше пройти. То есть надо зоны изучать. Всем спасибо, мои дорогие, за ваши лайки, комментарии, подписки. Кто еще не подписан, увидимся. Пока.